Яңау телевидение эфирында башқырт тілінде әзірленген яңалықтар сығарылышы. Студияла Лиана Билалова хаумахығыд. Мусульман календарының әхәмиәтле Рабиғул әуәл яки мәулит айы башлану сәбәпле барлық мәсеттерді лә тантаналы саралар үткәрлә. Үші айдың 12-сі ханында Мұхаммәд пайғамбар дүниеға келген. Һәм йола буйынса мусульмандар бұл вақиғаны ай дауамында тәбриклей. Һәрбер мәхәллә байрамды нәшит һәм мөнәжәт әйтү, пәйғәмбәрҙең тормошо тураһында һөйләү кеүек бердәм талаптарҙы тотоп, үҙ сценарий буйынса ойоштора. Ахтел ауылында байрамда Фәхим хәзрәт Уәлиев имам мөхтәси була булды. Барлық килгән ҡунаҡтарҙы пәйғәмбәрҙең тормошо менән ул таныштырҙы. Бөйөк пәйғәмбәр хаҡында байрам итеүҙе мәүлит тип атайҙар. Ул һәр йыл һайын Рабиғул әүәл айының 12-нсе көнөндә байрам ителә. Бөтә ислам илдәрендә мәүлит дәүләт байрам статусына эйә. Ул дәүләт кимәлендә 12-нсе буатта ҡабул ителгән. Бөтә ислам байрамдарынан мәүлит иң йәше тип ханала. Төҙөкләндереү өсөн территориялар һайлау буйынса йәмәғәтселектән һорау алыу хеҙмәтләре күрһәтеүенсә, яңауылыларҙың күбеһе үҙ тауыштарын вокзал, сауҙа, баҙар һәм шыршы майҙандары өсөн бирҙе. Уларҙың нисек үҙгәреү 6 ноябрь көндө мәҙәни ял итеү үҙәгендә үткән осрашыуҙа тикшерелде. Әлеге ваҡытта ҡалаларҙың йөҙөн үҙгәртеү буйынса программа тормошҡа ашырыла. Һәм Яңауыл был бәләкәй ҡалалар тарихи ауылдар федераль конкурсында ҡатнашыр өсөн һайланылды. Дөйөм концепция булдырыр өсөн ошондай осрашыу форматы үткәрелде. Сараның беренсе өлеше проект семинарында Яңауылдың йәмғиәт арауығы үҫеше концепцияһын эшләүселәр 8-нсе төркөм проекты белгестәре үҙҙәренең тәжрибәләре менән уртаҡлашты. Понятие такое общественных пространств, оно очень растяженное. Это может быть и парк, и набережная, и сквер, и такие необычные общественные пространства, как пешеходные мосты, рынки, площади. Это тоже общественное пространство по факту. И то, в каком виде они находятся, это по сути формирует облик города, современный облик того же Яңауыла. И наша задача найти было в эти территории, выявить, чтобы вложения в эти территории дали максимальный эффект. Как, например, вот в случае с Яңауылом, опять-таки повторюсь, что это самая, по-моему, востребованная территория. Здесь очень много бизнеса находится, очень много приезжает выходных с других сел. По сути, она не только центр Яңауыла, а центр всего района. Сюда много других районов приезжает, и даже с Пермского края знаю, что приезжает сюда. Поэтому мы считаем, что это наиболее такая интересная, перспективная. И проект, который здесь будет реализован, станет действительно визитной карточкой города, появится на его открытках, станет его символом на ближайшие несколько лет. Сейчас важный этап идет именно проектирование, и будет не одна интерация с жителями. Уже большая работа была проделана специалистами до этой встречи. Наша задача максимально выявить запрос, потому что это сейчас тенденция современной российского планирования городов и всемирная. Сейчас разговаривать с людьми, разговаривать с жителями, потому что им этой территории в конечном счете пользоваться, для них она создается. И даже самый талантливый архитектор, он не может предположить вообще, что нужно жителям. Поэтому мы много итераций проводим для того, чтобы выявить эти запросы. Ну, вообще сейчас реализуется программа формирования комфортной городской среды. Уже с 2017 года это нацпроект «Жилье и городская среда», благодаря которому в городах и селах республики каждый год появляется порядка 140 общественных территорий. Это тоже сюда относится, да, безусловно, это очень важно. Но вот именно конкурс малых городов, он позволяет таким городам, как Яңауыл, выиграть гораздо более существенные суммы, там, десятки раз превышающие ежегодные эти поступления, и сделать действительно значимые, большие, серьезные проекты. В 2019 году у нас уже победило 3 города от республики, это Бирск, Бельбей и Шимбай. Сейчас они уже приступают к реализации этих мероприятий. Как такового проекта у нас сейчас нет. То есть мы действительно приехали для того, чтобы понять, что нужно городу, для того, чтобы поговорить с разными интересантами развития этих мест, тех, кто дальше будет пользоваться этими общественными пространствами, местных жителей, предпринимателей, организаторов мероприятий. Но сказать, что у нас нет никаких задумок и каких-то первых идей, мы тоже не можем, потому что уже начинает формироваться какое-то понимание того, что горожане ожидают от этих мест. Нам посчастливилось выбирать города, с которыми мы хотим работать. И Яңауыл в этом плане показался нам интересен в том, что мы не берем вот какое-то понятное пространство, а в том, что мы работаем с очень сложной и непонятной территорией. И это на самом деле не, ну, нет
там сейчас никакого такого артикулированного променада, значит, от одной площади до другой. То есть мы это сейчас так называем, и на самом деле в голове у нас это сложилось, но это вообще непонятно и не видно. То есть когда ты анализируешь карты, ты вообще не видишь это пространство. Это вот родилось из анализа города, из общения с местными жителями, с городской администрацией, из наблюдений, из вообще аналитики, которую мы проводили по городу. И в этом плане, конечно, интересно также сочетание различных программ. То есть условно РЖД делает сейчас вот этот проект с мостом, и они готовы, прямо у них есть запрос, что дайте нам проект того, как нам нужно благоустраивать нашу часть вокзальной площади, чтобы мы это сделали как бы по уму с архитекторами. И есть инициатива предпринимателей, которые заходят там на рынок с тем, чтобы тоже им подсказали, что нужно делать конкретно, как это лучше организовать. И в этом плане, конечно, вот именно сочетание разных проектов, разных интересантов, разных пространств, разных источников финансирования позволяет сложить такой очень интересный пазл, который на самом деле, ну, является самой интересной задачей для любого специалиста. Семинардың әудім һәм ижади этаптарының бірі түркімді әшіләу. Онда һәр бір қатнашысы бұл территорияларда немә күрәхі келгенін, барлыққа келген идеяларымынан бөлішті. Әмі шылық бағытта қала көрініші матурғына түгіл, оңайлы ла бұлырға тиеш екенін есеп қалдылар. Ұшындай ұртақ фікір алу формаха қатнаш проектлау есімін үйірті. Пока что для нас это такая новинка, когда в одном зале собрались различные категории людей, различных профессий, различного возраста, и они совместно обсуждают то, каким будет новый облик общественных территорий города Янаул. К реализации этого проекта, вот нашего именно конкретно проекта, привлечены проектировщики, архитекторы, проектная группа 8, это казанские наши архитекторы, которые уже помогали другим малым городам, в том числе и в Республике Татарстан, выиграть вот этот конкурс. То есть, несмотря на их молодость, они достаточно амбициозны, у них накоплен определенный опыт, и мы выражаем надежду, что и в нашем городе они создадут очень интересный, уникальный проект, которым мы будем гордиться и который будет работать на город Янаул, на горожан, на нас. Сыра адағында хәрбір түркім қатнашысылары өз іштәрінің хүдімтелері мінен бүлішті, хәм идеяларына неме индіргендәрін, не үсін тап бұл іштәрін тағзим еткендәрін аңлатып өтті. Архитектордар хүдәрі бойынса барлық тағзим етілген идеялар негізінде олар екінсі сұрашуға теклем еткірілген проект әдірлейсәк. Хакимет башлығы Ильшат Вазигатов менен ұсырашу Нефтекама көп профилі колледж «Прогресс» филиалында 5-сі ноябр күнді өтті. Бұл ұсырашуға шылайық Нефтекама колледжі директоры Рамиль Харасов та сақырылды. Елыштың сәбәбі болып, яңа оқу елында оқусылар етмәу құрау отырды. Берілген хәл бойынса колледж оқытушылары фікір алышуыда әудім қатнашты. Улар студенттарды еліп ету мақсаты менен өткерілген іштәрі бойынса хисап берді. Учреждениенің абыройын көтәру үсін оқусыларға профориентация сағаттары ханын арттырыға, 9-сі класс оқусыларының ата-әсілері менен әңгеме өткеріге, мәғлүмәт ролігі сығарыға деген қарарға келділер. Да, вот ситуация складывающаяся в филиале многопрофильного колледжа Нефтекамского в селе Прогресс у нас нелицеприятная в плане убывание количества обучающихся для того, чтобы мы могли заново перезагрузить себя, в том числе и весь персонал учебного заведения, наше управление образования, социальный блок, чтобы создать некую систему взаимного решения проблем, которые возможно решить. Мы инициировали вот эту встречу. Я считаю, катастрофы нет. База здесь, конечно, надежная, совершенная, светлая, уютная. Просто профориентационную работу в наших школах, в школах соседних районов, где возможно привлечение детей для дальнейшего получения здесь профессиональных навыков, мы должны работать вот в тесном контакте. И вот спасибо, что директор колледжа Рамиль Рашитович Харасов прибыл. Он объяснил, указал на имеющиеся недостатки
в работе персонала. Ну, таких больших я бы не сказал, но системные проблемы, они тоже присутствуют. И надеюсь, наше взаимодействие сработает на улучшение имиджа профессионального здесь обучения в колледже многопрофильном. А в целом цель – сохранение колледжа для того, чтобы все бюджетные места были заняты. К сожалению, сегодня при мощности в 480 обучающихся, сегодня здесь обучается всего 115 человек. Эти цифры сами говорят за себя. Здесь имидж учебного заведения нужно поднимать. На многих факторах можно это сделать. На выдающихся или успешных их выпускниках, на рассказе или с участием в родительских собраниях педагогического коллектива данного учебного заведения в школах наших, приглашением детей сюда на базу показать. Ну, реально здесь получают хорошее образование, обучают мастера своего дела здесь и мастера производственного обучения с большим опытом работы. Хорошие знания они дают, я просто в курсе. И слушал их лекции. Они хорошо преподают. Это моя оценка, конечно, мое мнение. Но где-то, может, наши родители до этих моментов не дошли или не знают. Потому что убавление количества обучающихся – это престиж учебного заведения. То есть зависит от престижа учебного заведения прежде всего. Ну, системные проблемы в целом складывающиеся в системе среднего профессионального образования, в целом по стране имеющиеся, она отголоски, отражение здесь имеет. Но всегда при любых проблемных вопросах есть лучшие, есть худшие. Мы должны быть лучшими. Айық ауыл 2019 республика конкурсының муниципаль этабы біздің районда 1 августтан 30 ноябрьге дейін бара. Қатнашу үшін ғаризаларын конкурсқа бүті ауыл билемелері бірер тұрақ пункт тәқдим етіп берді. Олардың һәр біріне айық тұрмышқа бағышланған түрлі саралар өтті. Түңірек үстел Игровка ауылында 7 ноябрь күнді өтті. Ұстрашудың барышында ауыл халқы алдында Орловка ауыл советі ауыл билемесі хакимияты басшылығы Любов Шамшурина сығыш яханы. Ауыл тұрмышының зур үзгәрештәрендә һәр кешенең қазаныштарын, яңы йорттар төзү, тауым артуын һәм актив сәләмәт яшәү рәвешен билдәләне. Айық тұрмыш рәвеше мөһимлеге тураһында Иверск-Илинск сиркәүенең өлкән священнигы Николай Гричушкин һөйләне. Конкурс үткәрү тураһында муниципаль район советы секретары Виль Нигматенов һөйләп үтте. Осрашу барышында бөтә катнашучылар яңа мәгълүмәт алып, алкогольдің кешенең организмына тәсир итүе тураһында булган белемдәрен ныгытты. Проживает население 84 человека, но тем не менее люди живут одной дружной, сплоченной семьей. Значит, они вместе выходят на субботники, они вместе решают какие-то проблемы касаемо данной деревни, активно участвуют в программе ППМИ. Вот 2 года мы и выиграли ППМИ благодаря жителям данной деревни. Для деревни Игровка это кладбище и детско-спортивная площадка. Также, значит, они принимают активное участие в мероприятиях, в субботниках, как я уже сказала. Они живут дружной, большой сплоченной семьей под руководством, так скажем, под вожаком староста Смолин Александр Георгиевич. Они все идут за ним, как одна большая дружная семья. Участие в конкурсе «Трезвое село» жители деревни Игровка поддержали очень активно, сказали, что да, действительно, мы хотим участвовать. Я многодетная мама, у меня 5 детей. Я вышла сюда замуж, и здесь мы построили новый дом. Воспитываем детей, 2 детей у меня уже взрослых, работают. 2 учатся в школе, сын в 9 классе, дочка во 2 классе. И маленькая дочка у меня родилась в этом году, ей 10 месяцев. Эта деревня мне нравится, жители здесь хорошие, общительные, все друг другу помогаем. Дома строить, вот когда мы строились, нам почти вся деревня помогала дом строить тоже. Ну, живем все дружно, пить тут так люди не пьют, как говорится, такого у нас нету.
алкоголь тоже не продается. Живем хорошо, весело, дружно, участвуем в разных мероприятиях, всяких конкурсах. Участие в конкурсах, я думаю, что это нужно, надо это делать, потому что все-таки села сейчас на грани исчезновения, все деревни исчезают, люди уезжают в города жить. А мы стараемся наоборот, чтобы молодежь оставалась здесь, жила, чтобы дети рождались, чтобы село процветало. Кындың дауамы болып ауыл халқы табыну тәрихіне теклем, оны яқтыртыр үсін плакаттар менен атланы. Улар үсін бұл әхемиетлі һәм үдінзәлікли процесс. Изге хау менен біркіп, Николай ата халыққа ғадел тұрмыш рәуші тұрақында тағы бір тапқыр иске түшіріп өтті. Ветеринар станция хызмәткәрләре 7 ноябрь көндә кунак кабул итте. Бул юлы уларга безнең мыйыклы һәм куйрыклы дустар түгел, ә 4-нче ханлы мәктәп укучылары килде. Ә улар экскурсиягә тип килде. Устрашуда ветеринар станция хатабибы Елена Саликова үткәрде. 4-нче класс укучылары экскурсия тәкъсихен игътибар менән тыңлап, кызыксындырган һорауларын бирде. Они очень большие. Да, они бывают до 10 метров в длину. Бигрәк тә уларды хайван организмында яшәгән паразит үрнәктәре менән шкаф кызыксындырды. Мне очень лично понравилось всякие приборы, разные бактерии, паразиты. Вот это все очень интересно узнавать, как это происходит, как это делают. Очень все интересно. Я здесь первый раз, и мне очень понравилось. Мальчики, девочки, вот здесь мы проводим операции, когда животным нужно, необходимо сделать операцию. Вот здесь у нас лежат инструменты. Это все обрабатывается. Зажимы, нити для зашивания. Балалардың көбеге вет станциялар бірінсі тапқыр. Әбіна Тимур Ишмеев ветеринар ішімінен таныш. Я здесь бывал, и я сюда приводил собак, и им делали укол. Сегодня мне здесь понравилось, что здесь очень много лекарств, и в... Болезни вот эти в банках мне понравились. Они очень странные и кривые. На этой неделе у нас планировалась профориентационная суббота, и мы с ребятами решили прийти на работу к папе Шаяхметовой Элизы в ветлечебницу. Нас пригласил Шаяхметов Рамиль Минбаевич. Ну, детям, на мой взгляд, интересно побывать в больнице, которая лечит животных. Очень интересно нам рассказали, чем занимаются врачи ветлечебницы. Сейчас ребятам, с ребятами проводят маленькую минутку любознательности. Но больше мы еще с классом нигде не были. Надеемся, что другие родители нас примут еще в своих организациях. В плане у нас ходить в парикмахерскую, в пекарню, в молокозавод. Ну, мне понравилось, как сегодня... Всякие пробирки, лекарства, медицинские аппараты. Һәр укучы үзен кызыксындырган һорауын биреп үлгергә тырышты. А когда вы ставите наркоз, у вас было такое, что было перегазировка никотина? Ветеринар табибы Рамиль Шаяхметов балалар өсен кызыклы йомактар әзерләгән. Дөрес яуаптар өсен улар бәләкәй приздар алды. Ошының менән яңалықтардың бүгінгі сығарылышы тамам, хау болығыз.